удивление, страх, какая-то неизвестность. Вот именно такие мысли у меня были, когда началась пандемия. Когда в нашем городе Запорожье ввели красную зону, сообщили, что желательно не выходить из дому, мы сидели целыми днями дома, и было такое впечатление, что ты стоишь на месте и так день за днем. Это как будто какое-то лишение свободы, и ну, так казалось только первое время. У нас большая веселая семья, и нам никогда не скучно, даже сидя дома на карантине. Когда объявили локдаун и закрыли школы, на домашнем обучении мне с сестрой, конечно, было порой неудобно заниматься вместе. Иногда это неудобно и мешает процессу и ей, и мне. Мы всегда с семьей проводим каникулы и выходные весело, дружно. Самое главное – активно. Когда долго сидишь дома, накапливается много энергии. И эту энергию нужно куда-то девать. И мне в этом помогает лучше всего спорт. Это укрепление иммунитета, держит себя в тонусе. И это здоровый образ жизни. Больше всего мне помогает справиться со стрессом и держать себя в форме футбол. Во-первых, всех хочется поздравить с наступившим Новым годом. Спасибо. Пожелаю. Спасибо. Самое главное что? Здоровье. Я уже занимаюсь футболом в лучшем клубе Запорожья «Металлург». Это приносит большое удовольствие, и ты понимаешь, что это свобода. Три мяча. Пенальти. Лютый, красава! Когда объявили локдаун и закрылись футбольные клубы, я выходил на улицу и сам бутсал мяч. Ты хочешь играть, играть, играть и добиваться результата. После игры я испытывала усталость, но это приятная усталость. Все плохие мысли уходят. И я уверен, что у нас все будет хорошо. Тем более, когда рядом с тобой любящие и близкие люди. Мы забьем гол этой пандемии, и мы обязательно победим.